Теперь, осталось 20 минут, да, типа, ну полчаса, ладно. Выстилаем маты под турниками и начинаем, переходим на элементы, на разные. Это пока пусть лежит здесь. Да, Артем, бревно возьми, убери, пожалуйста, его. Ты можешь, Артем, сюда бревно отнести. Точно, юрист, может быть, захочет по бревну или Миша куда-нибудь переходить. Все, давайте под маты выстилаем квадратики. Миш, прям квадратики застилай. Артем, поправляйте, ложи. Давайте под вашинский постилайте, под средненький. Погоди, прежде чем ты хочешь под большой, надо показать, что ты можешь на маленьком сделать. Там поправляйте, там выстилайте, да. Если что, серый, штанга, блинчики. То сейчас я посмотрю. Маты ровненько прям выстилаем под изголовье. Артем, берите, да, выстилайте. Под высокий тоже можете постилать, но опять под контроль. Там поправьте все, Артем, черные матики поправляй. Да, черный подзадвигай. Артем, тоже помогай ребятам выстилать, потому что надо, чтобы ты понимал, как маты застилаются. Серый, а ты посматривай на них. Уже я вижу, вот уже там проблемы у них. Уже проблемы в выстилании. Чуть-чуть протянуть надо их под изголовье. Чуть-чуть протяните их. Артем, не стой просто так. Черные маты протяни чуть-чуть. Черные маты в изголовье протянуть надо, да. Вот сюда наоборот. Да, немножко. Да. И тот тоже выровни, пожалуйста. А ты его выровни. Ты посмотри, как он залез в край. Конечно, да, его надо выровнять. Да. Сейчас от вас я хочу увидеть первый момент. Ну, погодите, да сколько? Подъем переворотом. Хотя бы попытки должны быть. Кстати, да. У меня получилось сделать, когда я на улице был, просто попробовал, у меня получилось. Бывает. Вот именно нормально. Все, надо этот результат теперь что сделать? Закрепить. Да. Теперь поэтому закрепляй, да. Братух, может быть, парни, может быть такой момент. В какой-то день получилось? Да. А какой-то не получилось, поэтому не гоните. Закрепляйте, ну хотя бы 10 раз. Должно быть адекватных 10 попыток. Если что, сейчас Сергей Сергеевич вам покажет, как это можно сделать. И как это нужно сделать. Так, а что у нас с музоном? А сколько раз мы подаем переворот? 10 раз как минимум. Попить, умыться в туалет. Че, как самочувствие? Да что-то нога. Бедро? Ну, сустав или мышца? Ну, наступать неприятно, в смысле. Вот ну, здесь вот. В мышце? Ходить. Наверное, да. Надо понимать. Парень, научитесь отслеживать мышца, сустав, кость. Чтобы потом самим не загоняться, да, если это мышца, ну, может быть, стукнулась или перетрудилась. Я не зря сегодня говорил, мышцы, когда мы делаем, они начинают надрываться, травмы. Как мышцы растут? Травмируется что-то, надрывается, потом восстанавливается. Это маленькие-маленькие миллиметрики, миллиграммочки, да, происходят, волосики вот эти, мышечные волокна. Но потом восстанавливается, поэтому не гоните, несколько дней бывает, все болит. Пробуем, парни, пробуем. Юра, ребят, вы опять ногу свою, Серый, вот заметьте, они одну ногу в колени сгибают. Ну что это такое? Ну-ка посмотрите на Сергея Сергеевича, пожалуйста, парни. Техника выполнения. Вам надо обе ноги тянуть наверх за голову. Артем, посмотрите. Обе ноги и натяжение. Да, красивое, молодец. Обе ноги тяните наверх. Не надо одну ножку в коленке сгибать. А для этого, Юр, для этого надо чуть-чуть еще подтянуться. Терпи, Юрец, терпи, брат, терпи, спокойно, терпи. Серый, помоги Юре, пожалуйста, немножечко. Да, тянись. Серег, тоже Юре помоги, Юре, Артему и Мише.
Молодец, Юра. Вот красавец, видишь, подтянулся до бедра. Молодец, вот так надо делать. Да, да, ногу как перестал сгибать, ты тянешь, а молодец. Вы сгибаете, идет у вас противовес. Серег, Юрий, помоги, пожалуйста. Юрий Алексеевич, соберись, все, спокойно. Спокойно. Ручки вытянул, повисел, тянешься и ноги закидываешь. Молодец, еще разок попробуй. Десять раз сделал, Юр? Да. Теперь смотри, теперь надо сделать, Миш, и тебе тоже. 10, Артем, и тебе тоже. 10 выход на одну попытку. Давай, ты доделывай с подъем-переворотом, Юр. Попробуй ножку закидывай и мах, попытку. Хотя бы попыток надо сделать, Миша. Нет, выход... А, выход на 3, прости, с ногой, да, с ногой, с ногой. Выход на 3, да, простите. Мне уж хочется, на самом деле, чтобы выход на 2 делали, Миш. Все, давай, начинаем, делаем. А ты на высокий пробуй. Если тот занят, пробуй на высоком. Сделал? Молодец, еще раз. Давай, делай на этом, пробуй. Давай, Юрец, красавчик. Надо было тебе переворот дальше сделать в пистолетик. Серый, он ноги сгибает. Ножку прямую, Артем, делай. Ножку прямую маши. Махни еще ногой прямой. Чуть-чуть, а ты ногой забываешь делать. Мах. Молодец, молодец, Юр. Давай, закрепляй результат. 10 раз на левую и 10 раз на правую. Хотя бы попыток. Пробуем. Отдыхаете, делайте на петельках. Отдохнули, Миш, не валяемся. Артем, ножку маши. Ножку маши. Здрасте. Ножку маши, здрасте. Ногой маши, пятки маши вниз. Артем, пятки левой ногой маши вниз. Артем, левой ногой тебе надо махнуть. Прям махнуть надо. Алексей, да, приветствую. Че, поздравляю тебя с пробежкой? Миша. Нормалек, просто Юрий Алексеевич сказал, типа. Здрасте, здрасте. Тебя тоже поздравлять? Парни, пожалуйста, не отвлекаемся. Сырный. А, шина. Парни, Артемы, пожалуйста, Артемы. Говорил, как у него успехи прошлись. Ну, Сергей где-то там, ну он первый раз как. Молодец. С Димой. Че, к турничкам тоже? С Димой они там бежали. Ну, нормально. Дима нормально пробежал? Нормально. Артем, не валяйся, пожалуйста, да, Артем, парни. Обе ноги болят. Натер? Да. Там где вот ровесник вот этот под Марксом паса, вот там недалеко. Мы там в ровеснике этом, на мод-фестивалях ездили. Да, да, последний да. Раз. Артем! Миш, ты доделай, так как в штанцах. Ты в следующий раз, пожалуйста, не шорты, а штанцы бери. Пробуй тогда, если ноги натер, пробуй выход на одну сделать. Ручку закидывай. Помнишь то, что мы делали? Пробуй, давай. Если ноги натер, пробуй этот. Зафиксировался, молодец. Теперь на следующую руку. Выход на три с ногой. Юр, давай по красоте все.
Миш, можно поделать, только аккуратненько, ладно? Чтобы руки не повредил. Нормально, он волнуется. Ты не путай волнение со страхом. Нормально, нормально, все, пробуй. На другую ногу, Юр. На другую ногу попробуй. Не переживай, ты на то же, ты думал, что на ту не получится. Что такое, Артём, натёр? Нет, просто я уже сел, я даже потянуться не могу один раз. Теперь давай тогда это другое чуть действие, потому что нормально все это позагрузились. Вот ты можешь по брёвнышку ходить, отбалансировать. Тоже, кто устал, можете немножко на балансировку, на равновесие упражнение поделать. Взять брёвнышко и походить по нему. Да, давай. Давай, так, и выход сделал. Тихо, 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 не торопись, старайся удержаться. Сделал, Юр? Да, но я не смогу его прыгнуть. Шрам? Ты не переживай, с ним не произойдет, со шрам. Если он старый, с ним ничего не произойдет. Тогда не волнуйся, Юрец. Брат, придется иногда терпеть в жизни. Мишань, Амиров, у тебя два занятия сегодня, еще одно осталось. Угу. Просто родители, да, сегодня ты прозанимаешься, еще одно осталось. Родителям я просто говорю, что прошу, вы всегда передавайте, чтобы они знали. Так, ничего, никто никого не торопит, не волнуйтесь, не переживайте. Вот, все прошу, чтобы они в курсе были, сколько остается. Артём, который Андрей, у тебя 9 занятий осталось. Да. Сегодня еще 8. Да. Пробуй выход на 3 делать. Или да, вот, да, тяни. Юра, ты умеешь? Можешь так же, смотри, он качался. Пойдем переворотом. Конечно, может. Ну-ка, давай. Во время качания, да. А, вот про что, все. Потому что, когда ты подпрыгиваешь, у тебя меньше инерции, они подавляют. Конечно, так не надо подпрыгивать. Вот в чем дело. Ты просто должен подняться и вытянуть. Алексей, ну тоже покажи парням. Че, красоту какую-нибудь. Простенькую красоту. Ну что, пойдем переворотом поделай сам для себя. Пусть Юра тебя поучит. Давай сыграем. Пусть, сын поучит батю чему-нибудь. Ну-ка, сына, давай батю чему-нибудь. Давай красивому научи. Только грамотно расскажи, Юр, грамотно расскажи, что надо сделать, и пусть он попробует. Юр, у тебя 12 занятий осталось. Юра, слышь? Попробуй, в одну сторону. Сегодня еще 11. На какой сделать? Задачу ставь в папке. Нет, на какой прикладе? Артем, аккуратненько. Давай, покатился, да? А на одной ноге сможешь простоять, побалансировать? На одной ноге, да. Думаю, так. Пробуй. Нет. Юра, держи сына, брата, Юра, брата, придержи брата. Молодец. Давай, Алексей, уголочек, поднимай ноги в сторону, разведи. Вот как сейчас, руки цепись и подними таз, оторви от перекладины. Да, ноги разводи в сторону, выпрями ногу. Да, держи. Носочки, да. Молодец. Тихо, сын, сзади. И теперь давай вниз вращайся. Потихонечку, спокойно, головой вперед ныряй. А ногу замкни. Оп! Да, практически довел. Вот молодец. Простой выход. Есть красавчик, надо похлопать. Ура! Молодец. Нормально. Ну вот, видишь, сейчас сохранить задача осталась. Это все, и передать ребятне. Артем, ногу прямую.
Конечно, получится, но с прямой ногой красивше было бы. Артем, забил, у тебя осталось 7 занятий. Еще сегодня 7, да. Еще, ну, 7, еще 6. Я понял. Ты лучше попроси его мостик сделать, который они сегодня делали. Мостик, мостик. Я прошлое занятие его спрашивал, говорит, я забыл, как делают стройку. А, стойку? Как... Не, ну вспомнил. Получалось сегодня, вспомнил. Ну-ка давай, две ножки, да. Юра, сразу спиной прислоняйся к стене. Тяни спиной к стене, не переживай. Прям спинкой тяни. Давай, раз, два, три. Оп, и спи... Не бойся, ручки пошире сделай чуть-чуть. Чуть-чуть пошире, да. Встань, выпрямись и отталкивайся ногами. Толкайся сильнее. Сильнее. Ты прогиб делаешь в спине, Юр, тебе надо спиной коснуться стены. Во, во, видишь, как сразу изменилось? Молодец. Да, сразу четко, конечно, прогиб убрал. Мог же ведь раньше, вот забыл. Конечно, но надо тренироваться. Это должно быть как домашнее задание. Выводи ноги в шпагатик, разводи ноги в шпагатик. Держи, носочки натяни. Носочки натяни, молодец, держи. Держи. А теперь носочки тяни к лицу, к голове. Надо было так шпагатик пробовать выйти, и носочки потихонечку, ножки сюда к голове подошли бы. Как домашнее задание обязательно делай. Здравствуйте. 1 килограмм. Сколько? 1 килограмм. А, я, может быть, 41 килограмм. Здравствуйте, заходите, проходите. Еще время все равно есть. Может, что на турничок как раз это... Артем. Что, батю давай на турники. Что покажи? Бать, что покажи? Ты давай на турники со мной пойдем. Но он этот... Уж можно. Они сегодня такую тренировку добротную. По этой трубе сможешь на кольца залезть? Ну-ка, давай. Какого паука? Не бойся. Артём. Дай телефон. Вот, убрал. Чё, Артём, кому там ты семафоришь? Пеленгуешь? Кто у тебя там на связи? Подруженцы? Может, он друзьям рассказывает уже про подвиги? Как дела? Да, все пучком? Так, ребятня, сейчас готовимся к силовую часть. Пожалуйста, стойте. Берем, занимайтесь, пожалуйста. Артем, забил, давай ты первый. Занимайтесь. Кто первый? Мешать, давай стоечку. Будет тренировки обратно. И че? И ничего. И че? Вниз, прям фактически коленочки у вас, ну заходи, давай, сейчас Сергей Сергеевич температуру померит, вниз коленочками до груди, вверх, вниз, вверх, и так сделаем, да, 50 раз, поехали, первый, стволы сдаем, давай, возможно, да, ниже, не головой, грудью, коленки, до груди дотронуться, давай, ниже. Еще. Да, о, качай, спинку да. Прям поехали, 50 раз быстрее. Поехали. Раз, два. Еще качай. Артем, мы его подбадриваем, Миша быстрее, потому что следующий. Осмотрим, да? Ты можешь подбадривать другой ногой, давай. Лечь на пол, ножки положить. Да. И как раз два в одном. А потом он, прийти, конечно, что ты будешь подниматься. Да. Быстрее. Артем, вперед сюда, давай. Да, пока ножки отдохнут, пойдем. Чингизович. Чингизович. Нет, ты можешь ручками прям тянуться. Задача. Ножки положил. Нет, вот сюда, где я не держу. Сейчас, да.
смотри, ножки положил. Ногами я давлю вниз. Бедрами коснулся покрышки. Артем, смотри. Юрец, пойдем. Давай, один раз делай, потом сюда. Живот, чтобы потом. Здоров, здоров, без векторов. Миша. Ибрагим, все, давай, парни, не отвлекай, давай, понеслась, Ибрагим, все тоже делай. Ты на турнички? Давай, на турнички, молодец. Артем, терпи. Штаны, да? Штаны. Шорты, это я понимаю, все хорошо, парни, поберегите свое тело. Вернее, вы сами себя обламываете, когда боль наступает. А, могу, не хочу, Юра. Миша, Юрец, давай, прессик сделаешь. А, братишка, сейчас пока, да? Прямой. Давай, делай, привет. Юра, Юра, за ним делай, пожалуйста. Артем, Андрей, да, братан, пожалуйста. Парни, я слишком много повторяю ваши имена, упрашиваю вас. Я могу повысить голос. Но зачем? Да? 50 раз отжиманий, 50 раз пресс. Миша в темпе, Артем за тобой. Он стих, наверное, рассказывает. Ты стих ему рассказываешь? Да? Мне надо наизусть выучить. Ну, учи нам, расскажи, и все ты запомнишь. Готов? Что это за тепло? Это в силовом троеборье. Это то, что вы сегодня делали, действие отжимания. Приседание от брусьев, тихо. Пресс, подтягивание. Вы силовое троеборье же? У вас даже было четвероборье. Все, следующий, Артем, Миша, меняйтесь. Нет, ему тренер сказал делать. Пошли его на матку, пошли его. Тренер сказал делать. Да, пошли на матку. Может быть, он тоже хочет? Хочу на матку. А что тебе дать? Какую игрушку? Тебе дать что-нибудь? Ладно, все, ладно, сейчас придумаем. Что ты хочешь? Он качает, девушка. Сделай, давай, сколько там. Юра, вон он тоже хочет, оказывается. А, ну а вот он что хотел. А здесь размышляет, да? Рядом. Молодец. Это резина. Алексей, если что, веди его сюда. Ага. Зачем? Сейчас посмотришь. Головой делай пресс. Шею качай. Иди сюда. Пузом ложись. Сюда залезай. Не знаю, упор лежа принимай. И теперь отжимайся. Прям подпрыгивай. Старайся подпрыгнуть. Оп, оп. Давай. Оп, оп, смотри как, да? Полем. Оп. Полем. Потом так же. Молодец, молодец. Все с мастерами хочу, нифига себе, подлетаю. А весом маленьким сейчас это, ну, предел сейчас паркать. Иди попробуй. И брать их место, освобождай петельки. Сейчас пусть ребятенок этот аэро ощутит. Да я могу даже и без. А, без что-то не очень, да, легко получается? Да. Ну нормально все равно. Мишань, залезай, животом ложись туда. Прям на уровне бедра ему выстраивай. И подпрыгивай. Оп. На уровне бедра выстраивай, ножки прямо делай, да. Он сейчас даже горизонт сделает. Ноги если вытянет, у него этот, стойка на руках получится, горизонт. Вытягивай ноги. О, смотри, о. Молодец. Вообще четко. Сфоткать, зеленый фон на компьютере убрать, и все, и получится это. Да ладно. Спецэффект. А что, папа, ты сам сделай. Ты молодежь, мы-то на вас должны надеяться, да, чтобы с компьютером вы там что дружили, папа. Это задача ваша, технологии все даны. Мы-то про это в сказку все читали, а у вас уже все в ваших руках. Все. Сделали? Следующий. Юрец. Юрец, братец, пойдем-ка, Сергей, успеешь. Пойдем быстрее, 50 отжиманий. Артем, Андрей, готовься. Так, остальные дальше по элементикам. Спокойно тогда делаю. Миша, аккуратно.
Артем, давай мы с тобой поточим стоечку на руках на одной. Пока ждем матушка или кто, бабушка заехал, как ты будешь добираться? На такси или пешком? Нет, она заедет. Заедет, да? Пока не заехал, стоечку на руках сюда вставай. Смотри, сейчас Сергей Сергеевич тоже серый. Курсанешь его, поддержишь под... под плечи. Аккуратно. Леха, аккуратно, стоп. Нет. Погоди секундочку. Ибрагим, так не падай, брат, опасно. Опасно. Смотри, ножки поднял. Ножки поставил. Ручки поставил. Держи. Либо здесь, либо так. Победа, да. Артем, терпи, братан, терпи. За детвору не переживай, в будущем. Как? Попробуй, конечно. Миша, смотри, на будущее привыкни. Младший братишка же есть? Давай. Один из вас поднимется так или иначе, да, семью создашь. Поэтому привыкай, как сделать так, чтобы все получали, все были счастливы. Поэтому чувствуешь, если прям вот это, с развлечений папа берешь малыша, оп-оп-оп, от турничка его как-нибудь красиво тырк, оставил, он порадовался, ты пошел делать, ну, сделал. Все, давай пробуй, только парень, Ибрагим, слезай. Зря падаешь, все, на высокий больше не залезай. Алексей, температуру, Сергей Сергеевич. Серый, запиши, пожалуйста. Давай, делай. Сюда не подходим, пока парни. Пойдем, температуру померим. Давай. Давай, давай. Поочередно, давай, левую, правую, левую, правую. Слушай. Для этого можно просто как подготовительные ты делаешь. Спокойненько должно быть. Раз. Раз. Куда побежал? Так, ты делаешь спокойно, именно подготовительные для взрыва. Погоди, прям секунду. Давай сразу, Алексей. Да. Давай сразу, тоже померю. Давай, мать, поправь. Все формальности. Все ровно, что постилаю. Так, иди сюда, я тебя запишу. Миша, осторожнее, температуру мери. Температуру мери. Иди ручку. Миша, пойдем температуру померяешь. Сергей Сергеевич, подойди. Температуру мери. Ручку давай. Я тебя запишу. Да, 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 надо, надо. Где температура сейчас? Нет, ты же мерил уже. Ты мерил. Это... А, Миша, не надо. Отпусти, отпусти его. Отпусти его, отпусти. Миша, ты вот здесь померь ему. Скажи фамилию. Что, Миша? Давай, Алексей. Бабуев. Сколько? 36,1. Нормально это обычно. 36,1. Бабуев, Алексей. Миша 36,1. Мишань, давай, покажи папе связку. Выход на 3. Ибрагим, хорош, ты падаешь. Ты не делаешь раскат, ты падаешь. А падать не надо. Миш, ну давай, давай, давай. Ну допустим, ну вышел тогда, хотя бы ноги бы вывел бы вверх. Покажи, Миш. Все. Приехали. Так. Все, как тут выбираться? А, она приехала? Все, давай, Алексей. Все, Машечка, здравия, да, всем здравия. Когда придешь в следующий занятие? Стоп, стоп. Парни, построились, быстрее. Парни, быстрее, быстрее, быстрее построились. Ничего, построились. Так. Ладно, вы тоже стойте пока. Давай, Серый. Темп, сейчас, секундочку. Сейчас, внимание, быстрее. Ну, Мишаня, пусть там, в свободном режиме. Здрасте. Всем, всем здрасте. Мишаня, давай, 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 в темпе. А, и Алексей тоже построился, молодец, тоже как раз, да, за компанию. Давай, давай, давай. Диплом награждается Рыков Юрий Алексеевич за здравое участие в дисциплине силовой троебой Федерации воздушной силовой атлетики. Сейчас после соревнований проводим как можно больше всяких состязаний внутренних, чтобы парни зарядились на ноябрь. Диплом награждается Андреев Артем. А вы поздно пришли. За здравое участие силовой. Придете раньше? Силовой троеборье Федерации. Придете раньше? Опа, Артемий, поздравляю, молодец. Ты что такой грустный, Артем? А?
Все, соберись, погоди, ноябрь ждет. Диплом награждается Амиров Вас Михаил тоже. Романович за здравое участие в дисциплине силовой атлетики. Осилите соревнования по троеборью? С нами поедете? А что там делать? Надо поклоп. Там надо отжиматься, подтягиваться, приседать. Сможешь? Ну, все, диплом награждается Забелый Артем Михайлович за здравое участие в дисциплине силовой троеборья Федерации воздушной силовой атлетики. Молодец, Артем. А он просто расстроился. Он просто что-то расстроил. Дим, поздравляю, брат. Да. Все, парни, красавчик, дай пятюню. Батяне, дай пятюню, молодец. Да, Миша, пойдем, давай пятюню. Камеру не взял. Все. Все нормально, ты полетел, все, побежал, грамоту возьми, благодарю. Все, красавчики, за выставку. Артемий, пойдем руку пожми. Молодец, тяжело было сегодня? Ну, справился уже? Без микробов, молодец, справился? На игру готов? Давай, держи, диплом. Сфотку, конечно, можно прям, да, красивую фотографию. Так, ребятня, собираемся. Молодец, Ибрагим. Миша, батю поздравь, что он воспитал тебя, да? Придешь домой, матушку поздравь, скажи, мама, мне ребята грамоту дают за силовое троеборье. Артемий, мамке здравия, всем здравия, ладно? Ты когда придешь? Сейчас каникулы, не пропускайте, посмотрите почаще. У нас каникулы с вами. Ничего, вот прикинь, за неделю сколько раз можешь посетить. Целых три раза. А кто знает, может быть, больше получится. Каждый из них. Аня, в субботу и снова день рождения. Хорошо, хорошего дня рождения. Если серии нет, приезжай, старайся в пятницу. Миша, одевайся руки, не садись в руки, потом. Артем, парни, всем качаем шпагат. Леша, Ибрагим, все, братва, собираемся потихо. Юр, собираемся. Все, аккуратно, все, всего доброго. Пускай лазер, собираемся. Посмотрим, давай, как сейчас, давай, сейчас понаблюдаем. На бетоне не стой. Давай собирай. Давай, посмотрим, как там будет. Мастер-класс там покажешь, Павлу Вадим? Так, двумя ручками. Так, не стой на бетоне, пожалуйста. Да, двумя ручками. Молодец, шнурки развязал, красавчик. Серёж, ты слышишь, ты видишь? Он шнурки развязал, он уже не садится на бетон. Он уже растет, да, показатель растет. Это уже что-то, гимнастика помогает. Все, Леша, Ибрагим, парни, пойдемте. Дай пятюню. Где Володя? Для Алексея. Алексей, стоп. Леша, я сказал стоп. Все, Алексей, тебе сюда дорога заказана. Да. Понял? Мы слушали команду, поэтому, пожалуйста, больше не приходи. А ты можешь, ты слушаешь команды, тебе можно. Леша, как только ты исправишься, а так можно 100 раз, тогда можно заниматься. Баловаться нельзя. Понял? Ради это стоило того, ты набаловался, сейчас тебе опять 100 раз занимаются. Вот, кстати, занимайся. Не так, тем более, кнопку даже не так будет. Ну, младше мне как-то. Кимоно? А, ну сейчас придут. Чё, Артём, батя, этот, по делу высказывает, как думаешь? Так, вот человек, как ты думал, о чём мы сегодня разговаривали, помнишь? Да. Да, вот к этому шкафу поставь. Реально родителям, как вы поймете, вот малыши, да, вы все поймете, как только вы сами начнете средства приносить, доставать где-то. Каждая копеечка, она выплакана потом, кровью для кого-то, реально, это звучит, знаешь, как бы пафосно, там, так это и есть. То есть родные, неважно, находится кто-то, трудится водителями, учеными, военными, в офисах сидят. Стоп, ты чё босиком, стоп. У меня тапки слетели. Не надо терять. Откромная. Взял кимоно, потерял. А для кого-то эти пояса и курточки, они кровью получены. В боях и там как раздавали. Поэтому, Артем, Юрец, Мишань, помните, на какие жертвы наши родные все идут, чтобы нас содержать. И даже будет, я сегодня говорил, уже наши родные могут быть старенькими.
И все равно они переживают, они волнуются, надеются на, что здесь вы научитесь каждую секунду времени, да, с пользой играть, мешать. Он может все молчит, все, все издали, постарались не помешать. Все, так, все, до свидания, всего доброго, молодцы, все. Не напряжай, все хорошо. Чья грамота? Наша. Все, всего доброго. Всем до свидания. Да, всем здравия. Так, все нормально? Видите, закрутки снялся? Да, красавчик.